Всем привет, и сегодня мы будем лепить вот такую вот солнечную систему. Я ее уже сделал сам, похожую, не совсем такую. Вот. А теперь хочу сделать такую с вами. Давайте. Для начала нам надо взять основный пластилин, на котором мы будем лепить всю солнечную систему. Я предлагаю синий, потому что вся солнечная, точнее весь космос, он же синий или черный. Вроде же синий. Вот. Поэтому берите пластинку и ее тонко раскатывайте довольно-таки. Я возьму синий цвет и буду. Ну, ваши тоже с главной командующей, ну, как Путин, да? Ну, на
Ну что, вы раскатали тонко? Теперь скругляем кружок. Хорошо. Самое главное, надо искать. Жду вас, пока сделаете такой же кружок. Побольше немножко круг.
Что сделали? Это лепка, да? Да. А. Ясно. Ну что, вы сделали? А еще побольше сделали. Василиса, ну что-то показала, я не увидела. Тоже побольше сделайте. Чуть-чуть. Сделали? Давайте дальше. Теперь мы делаем солнце. Оно у нас желтого цвета. Значит, берем кружок. Сейчас сделаем так. Лепим такой кружок желтого цвета. И теперь лепим что мы лепим? Лепим такие лучики, так сказать. Так, и прикрепляем на синий кружочек. Теперь делаем такое кольцо. Синего цвета. Или голубого. Теперь берем коричневый. Лепим кругляшок. Это будет Меркурий, первая планета Солнечной системы.
И крепим его вот сюда. На вот эту колбаску. Дальше. Мы делаем вторую планету. Тоже кругляшок такой. Как она у нас там называется? Вроде Венера, да? Да? И можем немножечко бежевого добавить. Так, закрепляем ее между кольцом. Вторым кольцом, которое мы сейчас сделаем. Такая колбасочка. Это как цепочка такая кольцо называем. Теперь лепим землю. Берем голубого и лепим кружочек. Туда добавляем немножко бежевого и немножко зеленого. Зеленый это поляна, а бежевый, ну, это пустыня. А синий это океан. Верно? Дальше мы делаем Землю. Теперь мы делаем, что у нас дальше? Марс. Марс. Тоже колечки тут делаем. Смотрите на образец.
А ну давай я буду полковник. Вот ты я даже полковник. Так, теперь сотрудим. Прикрепляем к нему кольцо. Это все из бежевого. То, что мы делали после Марса, планета Юпитер, она у нас была коричневая. Так, я сделаю клубом карликовую планету. Теперь я сделаю Нептун или Уран. Как там называется? И теперь такую голубо-синюю. Ну, ладно, какую, что-то там из них. Синюю. Что-то из них вот такое.
Теперь можно еще сделать звездочки такие. Давайте сделаем. Сегодня, наверное, пораньше закончим. Можно просто сделать такие точечки, потому что нам уже издалека не видно звезды. Мои обязаны, они уже не воевать, они не помогают. Сонечка у меня, скажи, генерал Ангарий, генерал Ангарий, ответ.
Можем побольше звезд сделать. Просто идет туда, да? Фань, смотри. Нужен звук. Фань, так, вижу. Чуть-чуть к себе поближе. Немножко поближе. Во, все, вижу. Молодец. Красиво. Ну, просто, ну, просто, ну, так, ждем Василису. Ну что? Василиса, ты сделала? Нет еще. Окей, делай, мы тебя ждем. Образец подставлю.
Ну что? Сделала? Еще пока не. Хорошо. Тебе все понятно? Да. Ну что? Еще пока не сделала, там еще пока там места очень мало получается. Ну, я же говорил, круг побольше сделать, да.